Девочки, вот мой завтрак. Доедаю вот эти рулетики из баклажан. Баклажаны. Салат из баклажан, с овощами, лук и красный перец. Очень вкусный. И немножко яблочного уксуса добавлено. Так, это у меня блинчик с вишней один остался. Два теплых яйца с майонезом сыдрененьким. И какао с молочком. И хлебушек, багет гречневый. Ой, приятного аппетита, девочки, всем. Девочки, время 11 часов. Вчера в 5 часов был мукбанг с баклажанами. И все, я больше ничего не ела. Пила только водичку. И сегодня, вот считайте, до 11 дня. Эти висят руки, девочки. Базуки уже висят. Видите, сколько? Вот что это делать? Вот что это? Вот худеть больше не надо. Худеть не надо, но худею потихонечку, помаленьку. Знаете, что заметила? Стали болеть ноги, суставы стали болеть. В общем, девочки, худение – это херня. Уж если ты ходишь всю жизнь с одним весом, последние 15 лет, то и ходи с ним. Я обожаю теплые яйца с ядреным майонезом. Ой, как вкусно. Там кто-то вчера написал в комментариях утром, что утром не едят овощи. Я не слушаю и не читаю никаких диетологов, никаких ППшников, никаких зожников. Я слушаю только свой организм. Вот захотела сегодня вареное яйцо? И все. И сварила. Я баклажаны стала любить здесь, на Кубани. Здесь их умеют готовить по-всякому, по-разному. Невероятно вкусные, невероятно. Так что, девочки, приятного аппетита всем. Девочки, целый день лежим. Встала, закрыла. Сейчас что-то пришел, дверь открыта. Я забыла закрыть, пришел, что-то по чашкам там лазит. Слышу там, господи, Тедди. А что у тебя, каша какая-то? Что ты лазишь тут? Ну, у меня индейка, что я буду, курицу есть? Что, курица с курицей? Давай мне пельмени стряпай. Хочу, как ты домашние, помнишь, как раньше стряпала? А? Вкусненькие такие, давай пельмешек. Забарганька над сынком. Так надо. А, что, надо мясо. Ну, давай мясо, вот ты ж купила. Свинина, мясо. Говядина. У меня есть фарш там немножко. Но его ж надо размораживать. Что, прямо сейчас тебе пельмени, что ли? Ну да, ну давай завтра или когда? Ночью. А больше ты ничего не хочешь? Что ты слишком дофига хочешь? Девочки, делала сегодня кашу, отварила кашу и просто курицу тушила. Завтра суббота, без ничего. Хреновинки купи. Помнишь, он с хреновинкой? Вот собрался и пошел и купил. Помнишь, мы как хреновинку с тобой крутили? Помидорчики, хреновинки, и пельмешки ты ставил с хреновинкой. Ой, я обожал такие, знаешь, вкусные. Что, мало выпил, что ли? Какой мало, ты же мне не дала эту банку-то. Ну, то без моей банки побегал хорошо сегодня. Уже глаза, глаза закрываются. Да я сидел 2,5 часа, олимпиаду смотрел. Да прокуренный весь ходил, курил. Сейчас, я значит, сейчас пьешь, покурил. Сидишь. Я не пью сейчас, ты что? Вон, глаза, девочки, знаете, моргает, это, сидит. От этого... Пельмени захотел. Пельмени. Стряпай. Че, стряпай. Ну, давай. Я достану, мне недолго. Давай. Тесто-то давай. Завести, а ты стряпай. Я что, буду еще тебе пельмени стряпать? Нафиг мне это надо. Пельмешки. Вот у меня 2 фарша, куриные. Вот, курица, говядина, на завтра, в принципе, можно. Его прокрутить, этот фарш еще раз на мясорубке, да. С луком. Ой, нормально, ой, все будет. Давай-ка, забарганим пельмешки. Ой, господи.
Это неохота мне ничего делать. Я лентяйка. Вот стряпай сам. Давай где-то материал. Стряпай. Материал. Тесто. Материал мне дадут, так и я постряпаю материал. Тесто, фарш и все, что там. Элементарно. А что, подружки-то не стряпают тебя? Да. Не балуют тебя? Какие подружки? А? Пельмешки не стряпают? Или у них другое национальное блюдо? Другие национальные какие блюда? Национальные? Другие. Не знаю. Не знаю. Да. Я только пельмешки твои. Ага, пельмешки твои. Люблю. Чик. Чик. Так, ну все, мы пошли, Стэдди. Да. Стэдди, пошли одеваться. Хватит. Открой тоже окно, проветри. Где там? Здесь открой. Деловой Михалыч, бля. По кастрюлям ходит, лазит. Как бы пришел, да, без разрешения сразу на кухне, как будто там пельмени стоят ему. Не, я думал, по сковородкам. Я думал, ты по этот... Здесь не надо открывать. Не надо, как сказать. Евровидение, да. Европейскую кухню думал, ты будешь готовить. Ага, сейчас ты. По-европейски хотел. Что у меня тут? Похарчеваться. Ну, не вышло. Похарчеваться. Похарчеваться. Господи. Девочки, все вкусненько. Вот слушайте. Вкусненько. Особенно, когда сидишь дома. Да, когда вот такая погода дебильная. Но. Сидишь дома и все время что-то охота вкусненького. Целый день снег идет. И полежишь, встанешь, покушаешь. Опять полежишь, встанешь, покушаешь. И голова болит у всех. Юля позвонила, говорит, мам, сегодня голова болит, не могу. А это, видать, погода. Давление. А ты выпей нулёшку-то, если ты выпил. Михалыч, ну я не такая, как ты. Понимаешь? Любимый мой. Смотри, какая у меня орхидея расцвела. А я же видел, ты показывала. Смотри. Красивая какая-то там. Охренительная. Ну вот это, да, ты показывала, я смотрел. Так у тебя тут вообще не смотри, расцвели, ты видишь? Ага, когда ты дома, а ты уехала, тут все уже. Когда я дома, и они, пришли. И они меня радуют. Радуют, да, меня. Вообще всего. Классно у тебя, смотри. А здесь им климат позволяет. Здесь типа полку чаешь дают? Да, и чай. А у них, видишь, это и не жарко, и не холодно, нормально. Вот сам этого. Все цветов, все, да? Цвет набрали. Молодцы, смотри, какие. А? Вот тут все, стручки остались, как уехала. Уехала, засохли и все. Офигеть. Девочки, вот это покрывало отнесу. Надо, эти с пятнами. Отнесу в химчистку, лавочки, потому что его не простирать. Мой, вот, вот это покрывало мой, надо. И шторину. Любимый, и шторину любимый, надо. Любимый. Короче, для обуви я заказала полку, Михалыч. Какую? Заказала полку. Куда? Поставим вот сюда, вот в гардеробную мне. Она высокая. Должна влезти сюда. Должна, наверное, влезти. Ничего. Она высокая, там крючки будут, чтобы вешать можно было, кто придет, можно было бы вешать одежду. А ну, как она полка? У тебя те в шкафы ты не залезешь, не откроешь. Ну, я вот сюда могу ее поставить, вот так вот, вот сюда могу, в угол, вот так. Где поставите. На Валберис. Я могу вот отсюда убрать, вот сюда могу ее. Ну, посмотрим, куда она войдет. 60 сантиметров. Войдет здесь 60 сантиметров? Ну не надо мне городить по комнатам. Мне до этого угла надо разгрузить. Отсюда надо все убрать. Ну давай на мусорку сейчас таскаю все. Что тут? Или в церковь отнесу. Хорошие вещи. Может, я продам? На пивко-то заработаю, наверное. Давай я заберу ее. А тебе вот эти штаны вот нужны? Мне все нужно. А, давай. Вот эти штаны померяй, это же очень хорошие штаны. Да я так и не отправил. Куда мне ходить-то в них? Так и вот сейчас и выходят в них. Я говорю, нет, за пивом-то я так дойду. Без штанов нахуй. Ой, все, Михалыч, все. Спустился вниз. Все, не могу. Я закрою этот магазин нахер. Какой магазин? Который внизу. Я закрою его. А зачем? Я дальше скажу, мне какая разница. Так вот, девочки, живем. Вот так и живем. Я заказала еще, знаешь, что этот? Робот пылесос, ой, робот для окон, для мойки окон за 9000 аж. А что это он как будет мыть? Будет мыть сам окна. Тебе, видать, это деньги некуда девать, что ли? Ну, все заказывают. Отдай мне лучше. Свои считай. Давай мне на кабину, что? Там уже соседи приходили. Топим их. Что? Если бы соседи приходили, ты бы уже 20 раз бы прибежал бы, орал бы как ненормальный, скакал бы и матерился. Уже Магомед бы здесь был.
Это ты мне мозги паришь, ходишь, блядь. Ну. Ну, надо же мне. Надо же маленько. Как-то. Маленько, вытянуть, да. Копеечку так. Копеечку. Хоть какую-то копеечку, вытянуть копеечку. Как-то. Смотри. Копеечку. Все, ну, мало тебе. Дай мне тогда мешок хоть какой-нибудь. Сейчас. Может, что-нибудь пойду. Угу. Мешок. Багрик что-нибудь. Василек. Скоро Василек придет, но я там тебе ничего не заказываю. Уже какой раз. Так, куда же мне надо будет тогда эту ставить вешалку? 60 сантиметров. Здесь 60 не будет, да, сантиметров? Почему? Ширина. Будет. Ты что, 60 вот. Вот это... она сюда идеально войдет. 60 вот у тебя машинка стоит. Она идеально здесь войдет. Вот моя рука. Ну-ка. Вот 60. Вот, иди туда. А так у меня раздвинулось. Надо мне этот. А вон, надо что-то взять. Войдет. Ну, она ж не прибивается. Если ящики надо будет открывать, просто ее развернуть. Да ее вот сюда можно будет поставить. Вот эта стенка же не открывается. Аж это... И ширина тут тоже зайдет. Она такая. 60 на сколько? 40? На 40. А, вот туда войдет. Развернуть даже, ничего страшного. Что такое? Подавился. Что такое? Гулять надо идти. Все, все, пошли. Все. Да, Маш, ну давай, иди, уходи. Куда? Я буду одеваться, блин. Я ж не буду при тебе раздеваться. Конечно, иди давай. Раздевайся, что я посмотрю хоть. Так, у меня надо это что-то там на спине надо будет тебе прийти. Что опять там у тебя? Ну, что-то это. Ну, дай я покажи, что у тебя там. Да я откуда, что буду показывать всем? Дай я покажу. Не надо показывать. Дай я покажу, девочки скажут, что надо делать. Не надо. Как перевязку надо делать. Привязать. Давай, 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 давай. Покажи надо мне, что. Надо привязать. Я посмотрю, что там такое у тебя. Опять рахитера. Там чего у тебя было? Нету? Не, выше там. Что-то на это, больно мне там. Надо это, ихтиолку, как у тебя, наверное. У меня жировик был. Ну, жировик. А у тебя простуда самая настоящая, да? На спине. А вот тут вот что-то мне больно. Ну, не трогай ничего, ты уже сковырнул, наверное, ее. Нет, там два даже, по-моему. Да три. Все, уходи. Раз, два. Давай. Вот я лечиться где-нибудь. Нафиг ты мне нужен, блядь, лечиться. Процедуры, как этот, в этот, кабинет. А. Процедурный кабинет, ага. Это. Да, процедурный кабинет. Да, Леденька? Ой, Господи, Михалыч. Что-нибудь да найдет себе. Давай, одевайся. Жилетик надо одевать? 1 градус. 1 градус на улице. А у него усы такие, смотрите, какие у него усы. А что, замерзли, что ли? Он измочит его весь. Что, сейчас вода везде. Он так не замерзнет. Так, все, ладно, Сережа, давай. Ты что, свободен? Свободен. Как когда говорится. Прийти на перевязку-то? У тебя есть ихтиол? Я приду, сейчас стадию приведу и при этом. Да или давай сейчас ложись, сделаю перевязку. Не, сейчас. Не, сейчас тебе не приведу. Ну все, тогда иди. Завтра утром. Так, да завтра все пройдет у тебя, да? Уже. Конечно. Угу. Че уж прям. Иненька, мой любимый, мой любимый, мой любимый. Ай, ай, ай. Иненька, пописи. Пописи. Вот нету у меня обуви. А что, у тебя нет сапог резиновых? Ну, я купила вот эти сапоги резиновые. Ну и что? Мне кажется, мне холодно, надо шерстяной носок одевать. Нет, я одеваю, эти теплые, нахуй, это холодина. -1 ощущается, как -4, блядь. Так что одевайся теплом, ну и нахер, сапоги резиновые. Ты ж это, не ходишь там по лукам, блядь. Здесь луж нету. Одевай ему пока это. Кого? Я не умею одевать. Ты умный. О, задышал, все, задышал. Надо уж новый купить ему, блядь, это. Весь спускали. Я даже не понимаю, как одевать. Феденька. Феденька. Ты его сейчас на поводке, сейчас ночь, ну что, не убежал никуда. Ночи, ты а что? А то ты смотри, отпускаешь его уже. Давай. Давай ножку. Ну, Федя. Ну там где же пойдешь? Что ты дуришься? Не придуривайся. Давай второй. Правильно одевай, нет? Ну, Федя. Федя. Что ты? Ночью тебе нельзя вообще отпускать. Я тебя неправильно одевал. Скажи, иди нахер. Мама, одевай мне. Дай сюда. Ну так вот. Что ты мне дала? Телефон? Покажи.
Как одевать? Мастер-класс. Давай, Татьяна. Мастер-класс. Да, он убегает. Он дело туго знает. Раз, два, три. Три. Все. Чего, моя любовь? Моя любовь, это же любовь моя. Это же мой мальчик. Держи на поводке его сейчас, потому что вечером уже нету. Не увидишь, как он лежит, и все. Не увидишь. Толстая жопка моя. Прицепляй сразу. Хорошо, я... все, понятно. Ну, слушайся меня. Понятно. Слушаюсь тебя, да. Давай, пока.